чужих плечах эта власть, она кажется таким широким балахоном, таким вот удобным для какого-то маневра, для... А вот когда ты сам оказываешься вот этой, это очень неудобный такой узкий фраг, и надо думать, насколько тот или иной твой жест, твое слово, твой поступок, твое высказывание, оно поможет народу, насколько оно повредит народу, который не там за тобой стоит, а народ, который стоит рядом с тобой. Потому что кто-то говорит, я там за народ отвечаю, я там сказал так. Нет. Надо думать о том, что, еще раз я хочу вернуться к тому, что сказал, что ты один из них, и ты должен прочувствовать то, что нужно где-то, может быть, даже не популярное решение принять.